ребят, что вам хочу сказать? Андрюха от вас не отстанет. Как вчера. Подарил он тебе шикарный букет роз, Мишку. Извинялся, раскаялся. Говорит, я влюбился, да, я слаб. Как он реагировал на Барзикова? Он говорит, это моя женщина. Только попробуй к ней подойди. Там, я тебе говорит, я ее поддерживать буду, да? Поэтому сейчас вот эти его слезы, да, реально. Да, ну, вот, честное слово, он сейчас меняется, подождите. Нет, ну, не он действительно... Ну, не Рапунцель, ты поменялась? Нет, ты не поменялась. Да? Поперлась на кастинг. Он не поменяется, это точно так же показушное выступление было, как и вчера на предвариловке. Нет, понимаешь? Год нельзя так играть. Слушай, тоже. Как человек может вот так с один день поменяться? Ты прикалываешься, что Ваня, ли? Ему сейчас, ну реально ему плохо, он даже заплакал. Это что ты хочешь сказать, неискренние слезы? Нет, конечно. Свой веришь, это искренне, он не ожидал, конечно, он реально, да, он там... Он понимает сейчас, я просто в нем узнала одного человека, и слушайте, я узнала эту реакцию, он понимает, что он ее теряет. На комнате, да. Будет спать, знаете, мы втроем будем сегодня там. Мада, хватит, прекрати. Ребят, когда он услышал, когда Барзиков трогал бедра Марины, вы просто, он себя так вот держал, он просто, он очки, он вот так вот, у него просто, ну реально. Мы с ним разговаривали, поднялся к нему, и мы сегодня общались с ним. Он говорит, вот, ну, в принципе, то, что я вчера всем говорил о том, что он сейчас обезоружен, да? Вот он говорит, ты правильно очень сказал, он мне говорит. То, что я встал на колени, это было как я дал пистолет Марине. Вот я все время на нее кричал, а был плохим. Сейчас я дал все оружие ей, и она меня им гасит просто. И мы можем посмотреть, когда ты даешь человеку пистолет, что ты будешь со мной делать. Он, говорит, ты бы раскрылся, и вы сейчас все, весь коллектив весь да, получился против него. И ты первая, как бы с флагом с этим идешь против которая гасишь.